Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Comment By. Сегодня очередной мой выходной. 20 или 19, даже не знаю, октября 2018 года, суббота. Со мной два моих сына. Почему они в машине, объясняю. Супруга моя сказала: хочешь работать в выходной, бери своих детей и езжай. Поэтому сегодня у меня 4 объекта. 4 объекта, которых мне надо посмотреть. Сначала поедем, все находятся в Дзержинском районе. Это Добренево, это Фаниполь, это Залесье. И потом мы едем в сторону веселый угол. Есть такая деревня, 60 километров от Минска. Все, я поехал. Мои главные помощники будут в процессе дня мне помогать. Справа от вас Владислав, слева Стефан. Поехали. Все, приехал на первый объект. Мои помощники остаются в машине. Секрет для тех, кто начинает работать с детьми. Дети первые пару часов сидят очень хорошо. Но это буквально пару часов. Пока у них сил много, сейчас 9:30 утра. Но на втором объекте такие фокусы уже не проходят. Все, я пошел встречаться с заказчиком, скажу, какая проблема у нас здесь. Такие есть. Собака, привет. Вот у меня собака встречает, серьезная. Добрый день, Сергей. Дмитрий. Выбираем. Алиса, иди в дом. Показывайте, рассказывайте. Вот дом, да. Здесь всего много. Алиса, домой. Бегом. Это у вас баня, так понимаю? Это задумывалось как баня, потом переиграли через жилой домик, да. Ну, жить я не буду, только дать тебе вариант. Зимой все приехать, там баньки попариться, переночевать. Печки готовы. Сахара. Мне уже оплатили. Сказали, что вы можете заехать. Печь отопительная Сахара, это Кронос, что ли? Кронос? Где в магазин? Планета тепла? Да. Кронос, да. Так, ладно, давайте работать. Фанни. Посмотрели мы объект. Все-таки мои дети помогли мне. И Влад, и Стефан. Стефан замерял. Все супер, молодец. Ну, задача следующая на этом объекте. Я приехал, это изначально планировался отдельно стоящая баня, но в дальнейшем переделали под жилое помещение. То есть магазин «Планета тепла» рекомендовал меня как монтажника. Печку они предложили Сахара, Кронос, это чугунная печка, очень объемная. Она в обзорах у меня есть, чтобы видеть, подписывайтесь на мой канал. Довольно серьезная, да, Comment By, Стеф, Владик подсказывает, кто не знает. Просчитывали уже комплектацию, я посмотрел, насадной либо приставной дымоход стоял. Да, эта печка будет кратковременного нагрева, не для постоянного отопления, потому что менеджер, который предложил насадной дымоход, он был прав. Приставной даже считать не буду, хотя я с заказчиком немножко пересекся по этой теме, пообщались мы, в итоге пришли то, что насадной дымоход — это оптимальный вариант именно для этого дома, потому что печка будет реально топиться раз 10 в год, может 20, это не нагрузка, и вопрос здесь прочистки никакой не стоит. Единственное, что вопрос сборки конденсата, отправки, вернее, конденсата в печку, да, там надо будет делать эксклюзивный переход, но это вы увидите у меня, если все срастется, в следующих объектах. Все, а мы поехали дальше, едем в Фаниполь. Приехали мы на очередной объект. Сейчас мой один помощник вот проснулся, только что спал. Здесь проблема в следующем. Заказчики когда-то у меня брали дымоход, но поменяли что-то, поставили пилетники, и что-то по диаметрам не выходит. Поэтому сейчас я зайду, и мы посмотрим. Дети останутся в машине, потому что на том объекте они со мной немножко помогли, но на этом объекте здесь собака бегает, страшно. Но территория закрыта, поэтому детей надо оставлять под присмотром. Все, я пошел, а вы смотрите. На, посмотри. Вот у меня котел, вот такая труба. Ага. Вот эта труба, вот она у меня дымоход, 2 штук одинаковые. И там маленький получается. У нас получается котел на 150. Надо по паспорту. Вот, а здесь, наверное, на 130 стоит это. Вот есть проблема. Это пилетник? Да. Да, пилетник. Но эта труба, это же не моя труба. Это не твоя.
труба это верхняя кинет, где выращиваем. А внутри что там? А вы не помните, какую вы брали, да? Ну, обычно. У тебя, я сейчас покажу, что дом там, печка. Ага. Это другая. Мы сейчас котел. Что делать? Диаметр 130. Да. Все, закончил я осмотр объекта. Я этих клиентов вспомнил. Они год назад у меня брали дымоход диаметр 130. Брали 130, потому что у них шахта в кирпич, в один кирпич, вернее в пол кирпича, 140 на 140. И по проекту у них была 130 диаметра труба. Поэтому, ну, котел они купили со 150 выходом. Но здесь высота дымохода где-то ориентировочно 12 метров. 12 метров. Они очень разволновались, потому что сантехники, которые пришли, говорят: нет, делайте приставной дымоход, этот котел не будет работать. Котел будет работать, вопрос, как его подключить. Можно сделать заужение 150 на 130 при такой высоте дымохода. Есть определенные там монтажные моменты, я постараюсь. Влад, ну ты сейчас меня отвлекаешь, сыночек. Владик, старайтесь, помогайте мне. Есть монтажные вопросы, но это уже вопросы подключения. Здесь уже должен быть опыт, да, чтобы подключать. Поэтому получится, срастется с этим объектом, я его покажу. Еще там за гильзовку сделали буквально 5 метров, высота 12 метров. Сказали, потом мы сделаем, когда сделаете крышу. В итоге, конечно, никто ничего не сделал. И трубу, которую я там взял, она просто в шахте болтается. Поэтому не знаю, когда будут уже эти вопросы стоять, либо там доставать трубу будем, потому что неизвестно, какая труба стоит там, либо менять полностью всю трубу. Даже если все будет здесь хорошо, то я приезжаю с теми материалами, которые будут для полного комплекта дымохода. Если я смогу состыковать, там, кстати, стоит, скорее всего, 300-я какая-то марка стали, не могу говорить, но минимум это будет 304-я. Марка стали. Вопрос по состыковкам. Если мои трубы будут состыковываться с теми трубами, которые там стоят, проблем нет. Оплата по факту, по материалам, которые будут использованы. Если нет возможности, не будет, то, конечно, тогда полностью заменю весь дымоход. Все, здесь сейчас купили котел люди АПОП на пеллетах. С бункером совсем, очень хорошие такие котлы. Люди, по крайней мере, остаются довольны, потому что, да, он дорогой, но он оправданно дорогой. Все, я продолжаю работать, и мы сейчас едем в Залесье, это 20 километров отсюда, для просмотра еще одного объекта. Такие дома, такие машины. Это такой сол-сол, а фишка машины. Это такой сол-сол тоже. Но мы поможем людям сделать дымоход, да? Потому что мы комим. Вот так. Все, работаем. Наша машина Медуцев. Большая, рабочая. Все, поехали. Все, сейчас я нахожусь в Залесье. Моя бригада в машине, я их, конечно, закрыл. Вот перед вами дом. Сейчас пойдем разбираться, смотреть, какая ситуация. Не знаю, по какие котлы, но пойдем разговаривать. И вы, конечно, узнаете уже. Я сяду когда в машину, расскажу, что здесь и как используется. И что необходимо делать. Закончил я здесь очередной осмотр. Ситуация в следующем. Человек строит дом. Дом жилой, у него два канала. Еще крыши ничего нету. Один канал идет под газовый котел, другой канал идет под твердотопливный котел. Я ему все просчитаю, чтобы он имел представление, сколько это стоимость материала, сколько работы. Но его волновал один вопрос. Когда можно производить монтажные работы? До кровли или после кровли? Я говорю, мне значения никакого нету. А почему у него этот вопрос снял? Потому что он не знает, какой камин будет у него стоять, либо это печь-камин будет, он без понятия. Потому что у него есть, что здесь какие вопросы решать. И второй вопрос, какой котел газовый будет у него также стоять? Атмосферный. Конденсатник будет стоять, либо турбированный котел, он не знает, потому что на этом этапе у него ряд стоит решение других проблем. На что я ему еще раз повторюсь, ответил, никакого значения для меня не имеет. Я могу выйти на кровлю, когда дом, когда крыша будет уже у вас сделана. Поэтому закрывайте вопросы, по цене я вас ориентирую, но потом уже приступим к работе, когда
будете готовы. То есть реально это вопрос идет уже на следующий год. А теперь Владислав хочет вам дополнить дальше наш обзор. Говори, Владислав. Владислав сказал следующее. Комбайн работает быстро и с тяжелыми объектами. Да? Все, Владислав. Все, мы поехали на следующий объект. Это веселый угол. И потом еще один объект нарисовался. Я вчера работал, делаю гильзовку, покажу вам этот объект, потому что, скорее всего, не знаю, какое из них быстрее видео выйдет, либо это видео, либо работаю в ратомке, которую я производил для печи ABX. Ну, как бы не было, я вам все покажу, потому что на этом мой день не заканчивается. Все, 73 километра мы уже накрутили. Поехали. Все, подъезжаем мы на объект, немножко дальше, чем весел угол, на пару километров, но это не столь важно. А здесь задача, ко мне обратился мой товарищ, говорит: Дмитрий, помоги с отоплением, хочу поставить камин классический. Ну и, конечно, я ему сказал: нет, нельзя, потому что потратишь $2500-3000, а реально результат будет не тот, который ты будешь ожидал. Поэтому я покажу вам этот объект, сейчас зайду, если получится, конечно. Если, вернее, не получится, если кубатуру позволяет, я скажу, какую печку ему предлагал, но это попозже немножко. Все, идем и смотрим. Так, пацаны идут со мной. Да, снимай. Да, я оказался прав, посмотрели мы объект. Я сделал замеры предварительно. Сюда буду устанавливать печь Викинг белорусского производства Метабел, белорусско-российское, белорусское совместное предприятие, по крайней мере. И объект этот покажу, потому что дом небольшой, легко прогреет, никаких проблем, заизолирует угол. Потому что здесь на первом месте пожаробезопасность, это везде, я по-другому не делаю. И второе, что клиент попросил, чтобы от печки нельзя было обжечься, потому что двое детей маленьких, и очень опасно, потому что чугунный вариант, который он рассматривал изначально, Кирилл, он облицовку хотел сделать для того, чтобы дети не обожглись. Я говорю: зачем тебе облицовку? Ты тратишь $700 на облицовку, $700-800 на камин, а еще на дымоход $700, плюс работа, плюс камин, и в итоге тебе становится $2500-3000. Нет, так делать нельзя. Поэтому становится печь, поставится она стационарно и будет греть, и выполнит все основные функции, которые, для которых она создавалась. Это прогрев дома и безопасность. Все, а мы едем дальше в ратомку. Плюс один объект. Суббота, выходной день. Поехали. Все, приехали мы в ратомку. И сейчас пойдем решать организационные вопросы, которые были связаны со вчерашним монтажом. Идем. Мои парни спят. Стефан спит, а Владик уже взял телефон. Здесь территория закрыта, поэтому я детей могу оставить смело в машине. А сам прийти закрывать свои вопросы. Так, сейчас я нахожусь в помещении, где вчера работал. Вот мой дымоход. Гильзовочка была. Овальная труба 100 на 200. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть этот объект, потому что я сюда еще приеду запускать печку. Какую печку? ABX Polar. Печка довольно интересная. Главное, что задумка у заказчика интересна. Мне интересно, как она работает. Вот эта печка. Печка Polar с футировкой шамотной. С вермикулитом. И какая здесь особенно, света мало. Заказчик вот для себя захотел такую мраморную подставку сделать. А печка уже на нее будет ставиться. Ну, да, посмотрим, как это будет. Не знаю я. И еще вот такая доработка мной была сделана. Здесь идет патрубок, плохо может видно, покажу уже на обзоре. Сюда патрубок идет для подачи воздуха в камеру сгорания. Одно из условий, которое было на этом объекте, заказчик попросил подключить воздух извне. Здесь, слава богу, есть цокольный этаж, откуда можно взять воздух. Для горения это очень хорошо для печки.
потому что здесь система, скорее всего, будет вентиляционная с рекуперацией воздуха. Может быть, я ошибаюсь, я не уточнял, но заказчик меня попросил обязательно поставить такую систему подключить. Почему? Потому что внутри там идет такая резьба и вставляется патрубок, на который одевается уже труба. Здесь этого патрубка не было, и поэтому мне пришлось здесь уже на месте дорабатывать. И я в итоге трубу со 115 мм вставил ее вовнутрь, там, ну, хитрости были, конечно, монтажные свои, но я вставил. И теперь, когда эту печку буду устанавливать, потому что не я буду устанавливать, я всю подготовительную работу сделал таким образом, чтобы потом люди могли спокойно монтировать. Все вот эту вставку сделаю, спокойно выставят, выдвинут ее, если надо, на то расстояние, которое надо, и запустится печка. Печку буду я запускать. Потому что мне очень интересно, как она работает при такой высоте. Здесь высота дымохода 9 метров. Реально интересно, потому что 5-6 метров я запускал АБХ. На 9-метровом дымоходе нет. И мне интересно, стоило ли ставить было саму шиберную заслонку. Все. А мы идем. На этом день заканчивается наш. Почему наш? Потому что я работаю с двумя своими помощниками. Это мои дети, Стефан и Владислав, старший сын. Вот улыбчики мои, я их закрыл. Сейчас мы будем заканчивать. Так, ну посмотрим, сколько мы сегодня километров накрутили. Ну как, пацаны? Хорошо. Нормально? Владик освоил смартфон, а Стефан только что проснулся, да? Ну что, парники, теперь ваш день, да? Теперь ваш день остается. Сейчас откроем, посмотрим. В 9 утра мы... Сейчас переведу камеру, снимем показатели. Сколько мы времени провели в дороге. Смотрите, по показателям. 172 километра мы проехали, еще 20 километров до Минска. В итоге округлим 200 километров за мой выходной день, которые я провел с детьми со своими. Посмотрел 4 объекта, плюс 5 организационные вопросы решили по объекту, который вчера я заканчивал. И 14.24, 8.40 мы выехали, сейчас 14.24. Ну что, можно подвести определенные итоги. Мы просмотрели 4 объекта. 4 объекта, которые заказчик ждет от меня ответа определенных. И также один объект, который был связан с организационными вопросами, с дымоходами, которые я монтировал вчера. А на этом мой день заканчивается. Проехали мы 170 километров, плюс еще до дома. Немножко осталось доехать километров 20. Но еще раз напоминаю, это день мой закончился, но не детей. Поэтому все остальное время дети проведут со мной. И не надо забывать о том, что мы взрослые, у нас всегда будет работа. А у детей детство одно. И они требуют нашего внимания. Всем хорошего настроения. Я очередной раз показал, как проходит мой день, день монтажника. Будет, надеюсь, интересно кому-то. Если да, то буду вывешивать такие вот видео, где связан дымоход, монтаж, моя личная жизнь пересекается. Пересекаются какие-то моменты, потому что вот этот вот парень, который слева сидит в детском сиденье, он уже умеет пользоваться детской рулеткой. Когда он ее берет в руки, он бежит и замеряет все, что у него попадается под руками. Да, показатели он какие-то не снимет, но он знает, как взять рулетку, как держать ее, как замерять. А вот этот парень умеет уже и лазерной рулеткой пользоваться, и различным, Владислав, да, и различными инструментами строительными моими, потому что инструментов очень много. Говорю еще раз, если будет интересно, если будут просмотры по этому видео, я буду снимать дальше вот такие вот ролики. Но от этого зависит, это зависит от того, насколько будут просмотры. Владислав, ты хочешь сказать что-то напоследок? Владислав не хочет. Стефан, ты хочешь сказать что-то напоследок? Да. Все, всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов. Вы провели со мной очередной день. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Обращайтесь ко мне. Вопросы по дымоходам. Закрываю все. Вопрос во времени. Пока.